Собранный фермерами села Тугискен урожай лежит под открытым небом и становится кормом для птиц. Крестьяне говорят, что оставшийся под дождем рис теперь трудно продать по хорошей цене. Складов, где можно было бы сохранить урожай до весенней посевной, в селе теперь нет. Себет не якорюк жок, себет техника жок. Егісті екті, енді кеше пісті, жетілді, оратын тек комбайн жоқ. Орған комбайн жекеге шақырып алып, жекеге орғызды. Енді ортастаған күрішті жетін комбайн жоқ. Қазір соңғы жағы жаңбырдың астына қалып жатыр, соңғы астын жатыр. Бұл адам көшікке сиыспайтын нәрсе қой бұл. Енді халыққа бермей ма, анеге қамап қойып отырғанша техниканы. Государственное крестьянское хозяйство в этой местности распалось в 2007 году. Техника и склады перешли в частную собственность. Крестьяне платили деньги за аренду. В этом году склад выставили на аукцион. Крестьяне писали жалобы, но пока безрезультатно. Бұлар елу жыл болған ғимаратты қайтадан бағалап сатып жатыр. Бұл халықты қанау. Биліктегілер халықпен осының арасына іркі салу, ашуландыру халықты. Жерін тартып алу деп ойлаймыз. Әйтпесе арзымайтын дүниені халыққа бермей. У владельца склада свои доводы. Он говорит, что крестьяне свою долю получили. Имущество товарищества продают по закону, а цену назначил независимый оценщик. Сосын аукцион арқылы саттық техниканың барлығын. Үш қойма бар ішінде. Мен тәуелсіз сарапшы шақырған, мен оны төмендетіп бере алмаймын деді. Сөйтіп заңмен мен қолымда бүкіл қағаздардың бәрі бар қолымда. По словам крестьян, они кормятся за счет посевов. Фермеры просят отменить аукцион и передать склады крестьянам. Они подали иск в экономический суд Кызылординской области. Нургуль Топаева, Онгар Саймасаев, Азамат Жанкатов, Азатык ТВ.